Очень хорошо. В городе стало на одного когтя меньше. Мне нравится, как ты решаешь вопросы. Заказ закрываю. Этическая игра напрягает больше самой жизни. В город приехал фиксер из Советского Союза. Мой клиент хочет познакомиться с ним поближе. Съезди в порт Кабуки и поставь геодатчик на тачку дорогого товарища. Это авто он притащил с собой из страны Советов. Почитай подробности. Какой этот доктор Парадокс? Да никто. Очередная идиотская рекламная кампания. Ты думаешь? Но это же была пиратская врезка. Парень в клетке. Подтверждены. Локализую подозреваемого. Приказываю обнаружить себя. Локализую подозреваемого. Приказываю обнаружить себя. Подозреваемого.
лезвие обнаружить себя. Локализую подозреваемого. Приказываю обнаружить себя. Локализую подозреваемого. Как думаешь, кто такой этот доктор Парадокс? Да никто. Очередная идиотская рекламная кампания. Ты думаешь? Но это же была пиратская врезка. Парень вклинился в эфир вместо других передач. Именно. По-твоему, это реально без участия владельцев каналов? Точно тебе говорю, чувак. Очередная замок. Перехожу к нейтрализации. Кто такой этот доктор Парадокс? Да никто. Очередная идиотская рекламная кампания. Ты думаешь? Но это же... этот доктор Парадокс? Да никто. Очередная идиотская рекламная кампания. Ты думаешь? Но это... Кто этот доктор Парадокс? Да никто.
Я так скажу. Забей, и все будет нормально. А если кто-то узнает, чьи головы тогда были? Второй раз за неделю! Эй, алло! Ты где там?
Я еще нассу тебе на могилу! На нас напали!
Обнаружение аномалий. Противоречие в отчетах. Угроза не обнаружена.
есть подозрительная активность. Исход. Лорд, которого уже нормально. Какого черта? Нарушителей не обнаружено. 15% пунктов. Больше местных новостей после паузы. Пойди посмотри, что там. Аркеотик! Удовольствие от Олфукс. 30% не было. Какого черта? Террористическая организация, называвшая себя профсоюзом. Самозванные представители рабочих Найт-Сити пытались организовать забастовку, которая привела бы к многомиллионным убыткам. Напоминаем, если вы встретите представителей так называемых профсоюзов, немедленно позвоните в полицию или корпоративную службу безопасности. Сразу открыть огонь на поражение без предупредительных выстрелов. И последнее на сегодня. Трагичные новости с одной из станций моста. Необузданный попавший обстрелял пассажиров ожидающих поезда на второй платформе станции Медцентр. Погибли 10 человек. 20 получили ранения. Взрыв!
Не так уж много я выпил. А может быть... Шевелись! Так? Безупречная работа. Прямо как в кино. Тихо и красиво. Правда, в кино и платят по-другому, но тут уже выбирать не приходится. Заказ закрыт. You're listening to 91.9 Royal Blue Radio, broadcasting live. Bringing you the most current. Ибо они грядут! Ты чего? Кто-то понравился? Я узнал тебя. Ты часто здесь бываешь. Вижу по глазам, твой разум открыт правде. Могу ли я рассчитывать на скромное пожертвование во имя моей миссии? Ты делаешь важное дело. Открой людям глаза на правду. Благодарю тебя. Я сразу понял, что твоя душа не слепа, и ты можешь узреть истину. Откройте разум, пока не стало слишком поздно! Если вы будете дальше... Отрицать...
Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что.
Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что. Я подумал. Thank you.
невидимый звездный корабль завис прямо над нами. Готовьте, ибо они грядут. Эти карты тебе Джеки подарил? Помню, как он просил меня помочь выбрать колоду. Да, и колоду он подобрал идеальную. У нас с ней сильная духовная связь. Можем разложить карты для тебя, если хочешь. Знаешь, а почему бы и нет? Думая о недавнем прошлом и о том, чего ждет перевернутый мир. Ты стоишь в начале пути. Он будет не таким, каким ты его представляешь. И гораздо более долгим. Перевернутые влюбленные. Тебя окружают силы, которые бросят тебе вызов. Ты также вступишь в конфликт с иной внутренней силой. Звезда. Тоже перевернутая. Тебе придется бороться с неведомыми страстями и оборвать прочную связь. Но с чем, не могу разобрать. Перевернутая смерть. Твои враги разожгут в тебе внутренний конфликт. Дорога приведет тебя к преображению или разрушению. Звучит жутковато. Есть такое. Но ты не волнуйся. Я могла неверно истолковать карты. Как бизнес? Процветает? За 2 дня ты первый, кто сюда зашел. А до этого был курьер с пиццей. Дорогу спрашивал. Люди в этом городе утратили связь с духовным пластом мира. Но, в конце концов, это я здесь для них, а не они для меня. Значит, они победили! Истина сокрыта в радиоволнах, имеющие уши да услышат, имеющие уши да услышат. Мне надо вернуть краденые лекарства. Я отследила часть из них. Кто-то спрятал их на квартире в Кабуке. К сожалению, не знаю, на кого ты там можешь нарваться, так что будь осторожен. Если ты их вернешь, кое-кто из риперов тебя щедро отблагодарит. Все подробности я указала в письме.
башка все время трещит, не могу. Еще и сыпь это. Ты копаешься в мусоре Петрохема, чего ж ты хотел? Радиация? Понятно, что там много всякой годноты, но какие последствия? Разве только сразу откладывать на новый год? Да хорош уже нагнетать. Меня скорее грипп прикончит, чем радиация. Ты слышишь этот вой по ночам? Трансформатор. Режут его. Тише. И полиции тут не вызовешь. Только тигров разозлишь. Ладно, ладно. Ты только не пальни ненароком. Как ты меня нашел? Ничего личного. Я тут по заказу от фиксера. Отдай краденые препараты, и я исчезну. А, краденые? Баллоперидол их вообще не действует. Так кто тут у кого украл? Кто? Рипперы. Вот настоящие бандиты. Баллоперидол?
От киберпсихоза? Я не псих! Тихо, тихо. Заткнись! Уходи! Отдай препараты. Раз не действуют, они тебе не нужны. Все вы из одного теста. Рипперы, политики, этот пидорас Холт. Ну, вообще, есть некоторые отличия. Заткнись! Ублюдок воровал из фондов. Крал деньги на исследования. Он не думал о больных. Ничего. Недолго ему еще. Я найду его и прикончу. Давай быстрее! Militech HKS-47 с полимерным усилителем. Ты был солдатом? Третья легкая дивизия, 155-й пехотный полк Militech. 7 лет в джунглях. Там все было проще. А потом началась болезнь? Меня выкинули, как сдохшую батарейку. Это не повод становиться террористом. Где ты служил? В Бразилии. Все помню, как сейчас. Грязь в сапогах, грязь на роже. Ни минуты отдыха. Как брейн-данс, который гоняет по кругу и не выключишь. Воспоминания еще живы? Живы. Только нет адреналина. Нет братства. Блять, как быстро обо мне забыли. Да все я понимаю. Ты зол, что тебя все обманули. Не только меня! Знаю. Но если убьешь Холта, тебе и таким, как ты, будет только хуже. На тебя начнется охота. Уходи. Уйди, пожалуйста. Знаешь, что я не уйду без препаратов. Забирай. Я хочу побыть один. Осторожней! Знаешь, недорогих рипперов? Нечем.
Спасибо, Ви. Было нелегко, но ты вел себя как настоящий профи. Дело сделано, контракт закрыт. Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмилл. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. И ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе, но кому-то же надо выполнять это задание, верно? Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Когда следующая поставка? Через 2 дня. Забирать... Это что? Где нормальные креветки? А вы чего хотели? Мы в Кабуке, а не в Норт-Уолке. Много вы, кочевники, про Кабуки знаете. Давайте без скандалов. Ну, киньте туда ароматизатор для запаха. 15% кинешь? Возьму. Эх, эти люди называют кочевниками.